Всем большой привет! Давайте с вами полистаем каталог компании Avon номер 12. Немножко будет бликовать, потому что освещение уже от лампочки, потому что на улице собирается дождь и потемнело. Новинки. Лак-гель-эффект стал еще лучше написано, новые оттенки появляются. Вот такое предложение. Выгоднее покупать 2. И вот, что тут говорится. И дальше, собственно, сами лаки. Вот и новые оттенки. Немножко, конечно, будет отсвечивать. Я уж тут крутила стол, крутила, как лучше сделать, чтобы было видно. Дальше идет опять предложение с шарпами, но я на нем заострять внимание не буду, потому что показываю его уже не первый каталог. Единственное, что в прошлом, в 11 каталоге, было предложение еще заказ делать, и в подарок будет набор из шармов, то тут уже нельзя накопить эти наборы, можно только потратить те, которые вы накопили, в общем, на данный момент. Вот. Можно собрать себе браслет. Каждый набор 30 рублей. Новинки. Шарф, кошелек и сумка. Цена будет со скидкой 50%, если выполните вот такое условие. И тогда цена за каждый предмет будет в 2 раза дешевле. Вот. Видно. Очень красивый, кстати. Вот шарф на девушке. Очень красиво. Это уже, скорее всего, к осени. Да? У основной территории, наверное, это будет каталог работать в августе. Да, конец августа и начало сентября. А трендсеттерам как бы осенняя тематика в июне предлагается. Дальше мужские ароматы и женские. Индивидуал блю у мужчин и женские пур бланка 349 рублей. Так. Дальше идут ароматы. На ароматы будет для представителей выгодная скидка, если будете брать больше 2. Но об этом мы поговорим уже в фокусе. По 709 рублей по каталогу идут ароматы. Я не буду сильно заострять внимание, так вот пролистаю, потому что все знакомо. Новинка. Новый аромат. Называется... Видно? И Мари. Может, и Мари. Не знаю, как правильно. В него входит цитрус, жасмин и ваниль. Хотела я его взять, если честно, по фокусу. Очень приятный аромат, вот, если потереть страницу. Но не взяла, потому что был у меня большой ароматный заказ. Я его уже показала. Он уже выложен на канале. Вот так выглядит в руках девушки этот флакончик. Очень красиво оформлена страница, очень трудно не купить, потому что когда такое розы, и бордовые, и черные, сразу привлекает внимание. У нас пошел дождь, наконец-то. Так приятно, может, прохладно станет. 2 покупать ароматы выгодно, 700 рублей пара. Все 3 аромата у меня в этот раз были в заказе, мне понравился очень. Все 3 понравились. Единственное, мне мак понравился. Он более стойкий, чем фруктовый, чем маракуя. Вербена пахнет вербеной. Яркий, цитрусовый, красивый аромат. Вот. Для лета
приятный. Даже вот, знаете, так зеленым чаем мне показалось, как будто бы отдает немного. Приятный аромат. 279 рублей. За шармы в прошлом каталоге можно было вот к этому предложению их было брать выгоднее. В общем, брать было в 11-м каталоге. Тогда в подарок можно было получить шарм. 299 вот этот набор. Запас товара ограничен на вот этот ароматик In Bloom. Остальные все знакомые. Новинка в арсенале мужском. Вот этот вот аромат. Мне уже тереть нечем. Вот сейчас я тут мизинчиком попробую. Приятный аромат. Входит бергамот, специи, мускус. Да, вот специи. В первую очередь мне как-то бросилось в нос именно специями. Вот. Мужчин тоже Avon балует. Это очень приятно. Обычно в компаниях женские ароматы часто выходят, мужские реже. Тут хорошо в Avon. Мужские страницы часто тоже, вот видите, ароматизированные. И постоянно выходят новинки. Плюс постоянно идут парные ароматы. Это очень приятно. Avon молодец в этом отношении. Вот здесь в мужской серии появляется новинка. Давайте так поближе покажу, а вы прочитаете. Если купите любой продукт со страницы, то дезодорант спрей 150 мл по 155 можно заказать. Хорошая цена. Дальше мужское. Тут все знакомое. Тушь. Тушь можно купить за 185 или подводку за 199, если купите любой товар из всего каталога, кроме некоторых страниц, ну, распродажных, кроме страниц с распродажами. Далее, тут появляется новинка, это, давай так поближе, жидкая подводка для глаз и оттенки. Очень яркие, летние. Вот такие. Для бровей палетка. Тут новинок нету, я не буду останавливаться. Дальше идут туши, карандаши. Карандаши некоторые были повыгоднее в прошлом каталоге. Тут тоже туши и тени. Ай, прыгают за мной. Дальше помады с карандашами идут. Тут тоже сейчас будет интересное предложение скоро на новиночку. Так, вот. В следующем, в 13-м каталоге выходит новая помада. «Сияние цвета» она будет называться. С экстрактом папайи и маслом кокоса. Вот. Можно в этом каталоге заказать себе пробник. Такой помады за 20 рублей. А в следующем вы купите, если такую помаду, то если вы покупали пробник, она будет вам на 20 рублей дешевле. Цена пробника у вас вычтется. Ну и давайте я вот такой хоть что ли цвета покажу, чтобы все вместе. Вот. Ну и страница с помадами. Тональные средства, румяна. Тут новинок нет. Для ногтей средства. На помады люкс 300 рублей. Цена и большая палитра оттенков. Тут новинка сумка. Вот она у девушки в руках. Юбка и колье. Вот на девушке также видно колье. Ну и давайте вот так.
Кстати, вот смотрите, тут написано весь образ девушки 6195, потому что и юбка, и блузка, сумка, колье. Все-все, что на ней представлено здесь. Давайте я так поближе покажу, потому что этим многие интересуются. Вот такие вот блузки идут. Боди. Такая цена. Где у меня тут сумка-то? Вот такая сумочка. Видно размер. Цена. И украшения. Ну, колье достаточно дорогое. Кстати, вот у девушки, давайте колечко. Вот она. Вот так смотрится. И у нас остается эта блузка-юбка. Вот, и юбка. И все вместе. Также, смотрите, давайте еще посмотрим. Тоже вот девушка. Как ее лучше-то показать, чтобы не отсвечивала. Весь образ. 3400. Да что я прям вся сегодня охрипла, много роликов сняла. Туника 1400. Вот рюкзачок у нее, который можно носить и сумкой, и рюкзаком. А, кстати, вот часики еще на руке у нее. И давайте посмотрим. Так, где? Вот. Так, каждая всего за 41 рубль. Это у нас набор сережек. И женские наручные часы. Так, где? Я никак не разгляжу. И вот такая блузочка. Дальше рюкзак сам. И вот такая сумка еще есть. И все вместе. Вот так подробненько мы рассмотрели. Тут тоже новинки, но я уже так близко не буду. Вот боди 2000 стоит. Достаточно красивая. И новинка женские колготки. Они, наверное, с утяжкой идут. Так, как тут, чтобы видно было. Так, и вот так. Если что-то будет интересовать, вы мне спросите. Вот. То есть в целом-то мы посмотрели, как бы любопытство удовлетворили, а потом журналы-то они придут и все смогут посмотреть. Детская страница. Украшения. Распродажа до 65%. И дальше уже для волос начинаются странички. Вот так. Я не буду сильно тут акцентировать внимание. Дверь закрой, Максимушка. Вот. Краска и всякие шампуни. Большие размеры 700 миллилитров 185 и стандартный 89 цена. За 89 и маски тоже идут. Дальше молодежная серия начинается. Вот тут новинка. Давайте я вам покажу. Вот такие серьги. 299 рублей. И вот они у девочки в ушках. Вот такие красивые. Так, тут новинка идут вот такие бальзамы для губ, которые не просто бальзам, но и... Так, так, так.
Ну и с оттенком. То есть бальзам-помада, можно так сказать. Давайте так поближе. 95 рублей они стоят. И цвета. Тут новинок я не вижу. Если что-то не замечу, ну, простите. Ну, в крайнем случае, спросите. Давайте вот здесь я вижу новинку. Так, сейчас мы посмотрим, что это. Против черных точек, да, с белой глины и салициловой кислотой. Вот я вот так вот поближе покажу. Так, видно, наверное. USB-браслет. Новинка. Так, давайте, что это за браслет, посмотрим. 8 гигабайт памяти. Смотрите, вот так вот он смотрится на руке. По-моему, великоват. Размер. Так, ой, чтоб не отсвечивало, хочется. Ну, 18,5, конечно, не на каждую руку. Он будет, конечно, болтаться. Вот на худенькой девушке висит. И вот такой вот он. Но оригинально. Ну, как видно, тут он воткнут в телефон. Вот так смотрится. Ну, идея хорошая. Вот жалко, что они не сделали несколько размеров. Было бы лучше, если бы все-таки размеры были. 18,5 сантиметров – это достаточно широкий. Так, дальше идет Инью. Сильно останавливаться не буду, потому что новинок не вижу. Так, вот здесь вижу новинку. Давайте посмотрим ее. Скраб от Inyo. Скраб. 265 рублей. 100 миллилитров. Новинки. От Планеты Спа. Потерла я страницу. Мне понравился аромат. Хотя я думала, ну тут написано с экстрактом французской лаванды и жасмины. Я боялась, что лаванда будет тяжелой. Но мне понравился аромат вот со странички. Что сюда входит? Давайте вот так. Пена для ванн, крем для рук и крем-суфле для тела. Так. Еще одна новинка. Планета Спа. Ну, в прошлом каталоге уже было. Это с экстрактом семян гималайской моринги. Вот. Гель-мусс для душа, крем, гель для лица и маска для лица. Маска у меня уже есть, я и пользуюсь. Большие объемы крема для тела. Вот такие от Kea кремы. Так, тут вроде все знакомые странички. Пошли серии для ножек. Сильно не буду тоже останавливаться. Спреи и шариковые дезодоранты. Спреи 155, а дезодоранты 89. Пены для ванны. Гели для душа. Тут и гели, и жидкое мыло. Три купить выгодно.
маски. Так, Kia, тоже разные цены. Гели. Шампуни по 75 рублей. Набор из 5 продуктов. Тут и крем для ног, спрей для волос, жидкое мыло, пена и скраб для тела. Женская гигиена. Тут выгодно купить что-то из NutraEffect, и тогда Persif будет водичка 30 мл за 149 по каталогу при покупке любого средства NutraEffect. Новинка в NutraEffect. В прошлом каталоге о ней уже была реклама, можно было брать пробник. Давайте я вот так покажу, а вы сами почитайте, если интересно. Видно, да? Цены разные, потому что кто брал пробники, там цена дешевле, кажется так. Ну и вот такое предложение. Все, каталог у нас все. Давайте полистаем фокус, потом распродажу и вот для представителей. Будет длинное видео, я в одной части сниму. Выгодно покупать более 2 парфюмов, я уже говорила, и тогда скидка будет 40%. Для представителей, не для всех, для представителей. Предлагаю взять сухой шампунь за 175 рублей. Тут предложение Avon Club. Вот подушечки вот эти предлагаются за 295 взять. Новинка следующей компании будет. Вот такие подушечки. Читайте внимательно. Потому что я, если честно, даже не смотрела, не успела. Обещают проф очищение, что очистит хорошо лицо. Так, далее. Давайте вот здесь. Это я ничего путью сама не видела. Забудь о перхоти и ее проявлениях. Вот такой новый шампунь. Мята и чайное дерево 62 рубля. От Kia увлажняющее молочко для тела с молочными протеинами и витаминами 99, 400 мл. Биби кремы за 209. Тоже новинки следующей компании. Так, 2 водички. Так, для нее и для него. Вот такие вот. Давайте я вам вот так покажу поближе. Женская малина, древесная молекула кашемира, дополненная кремовой нотой цветов жимолости. И мужской аромат, острая свежесть бергамота, лаванды и кедра. 559 рублей. Вот такие 2 водички, каждый 559. Снова вот эта помада, можно ее взять представителем за 159. Вот. Блеск для губ 159 и вот помада 159. Вот. С одной стороны блески, с другой помада. Не знаю, как лучше вам показать, может быть вот так. Оттенки, чтобы увидеть. Вот так. Отсвечивает. Тут одежда предлагается подешевле для представителей. Тут общая страница. Она вроде бы стандартная. Тут тоже стандартная. И здесь предлагаются... Давайте я вот так вот... Корректоры, карандаши, желтый, сиреневый и зеленый цвет. Для чего они, можно посмотреть. Вот так они выглядят. 169 рублей. И компактная CC-пудра. Светлый и светлый беж. За 239 рублей. 10 грамм.
Все. Фокус мы тоже пролистали. Давайте посмотрим распродажу. Ну, распродажу я покажу, как всегда, вот в таком порядке, чтобы по-быстрому. Просто сам факт, что продается. У меня уже не говорится. Кстати, симпатичный такой наборчик. Как-то а-ля 70-е напоминает. Так, что еще у нас осталось? Давайте успех. Ну, это представителям интересно. Давайте вот так издалека просто покажу, как поменяется цвет для представителей. Кстати, цена подросла. Все будет подороже. Мне очень понравился вот этот вот блокнотик, но уж больно дорого. 800 рублей сама вот эта вот упаковочка и 119 рублей блокнот для записей. Вот. Блок с листами запасной, ручки 109. В общем, вы смотрите сами, я так по-быстрому пролистаю. Появляется контейнер такой для помад. Вот, кстати, Avon почему-то, ну это, наверное, просто в Китае заказывают стандартные помады, но у них помады люкс, они не стандартные, и могли бы они этот контейнер все-таки сделать для своей компании немножко, ну, под компанию, потому что есть помады, которые сюда не влезут. Например, от люкс точно не влезет. Вот. Хотелось бы, чтобы контейнер все умещал. Вот такие вот одежки. Кстати, вот на мужчин раньше не было, правда? А тут, смотрите, мужские появляются от Avon. Потому что представителей мужчин стало намного больше, чем раньше. Даже на Ютубе много мужчин, которые занимаются Avon и показывают обзоры. И вот такие новенькие пакетики будут по 30 рублей. Маленькие 10 штук, как обычно. Побольше 5, наверное, штук, да? И больших 1. Наверное, так. Ну, по крайней мере, раньше так было. Все. Про шар мы больше рассказывать не буду. Я об этом рассказывала несколько раз. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем, кто посмотрел, кто терпеливо дождался обзора каталога. И всем пока!